Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как провести диагностику и почистить датчик детонации на автомобилях ЗАЗ Таврия Славута. Этот датчик редко ломается, но если он загрязнен, то сразу двигатель начинает троить и плохо работать. Во время езды двигатель стал троить. Проверка свечей, замена проводов ничего не дала, и я стал грешить на датчик детонации. Сейчас проведу диагностику и покажу, какие симптомы его неисправности. Как видите, двигатель работает грубо, и на выхлопной трубе сзади появляется черный налет. Вот видно, какой налет образовался, хотя недавно я менял глушитель. При включении зажигания появляется ошибка чек. Сейчас она потухла, потому что двигатель не заведен. Необходимо прочитать эту ошибку и узнать, как же она читается. Для диагностики я буду использовать K-Light кабель, который является адаптером для ноутбука. Подключаем его к нижнему разъему диагностики автомобиля. Появляется красный светодиод. Затем я воспользуюсь программой для диагностики КВПД. Включаем зажигание и настраиваем программу. Выбираем ком-порт, у меня ком-3, и пуск. Появляются все параметры двигателя. Нам нужен раздел коды. И здесь есть две ошибки. Первая ошибка P0134, потеря активности или обрыв цепи датчика кислорода номер 1. Эта проблема у меня давно, и она особо не влияет на троение двигателя. А вторая ошибка P0327, низкий уровень сигнала цепи датчика детонации. Необходимо его найти на автомобиле, снять, почистить и проверить, как он работает. Датчик детонации устанавливается на инжекторных двигателях ЗАЗ Таврия Славута. И он находится на задней части корпуса двигателя. Вот здесь. Здесь плохо видно его. Ему тяжело добраться, но необходимо его открутить и проверить, как он работает. Вот я снял разъем с датчика. Разъем внутри не окисленный, но провод у него оторван. Какой же будет сигнал в этом случае? Конечно, его не будет. Теперь необходимо достать весь жмут и постараться припаять на место этот разъем. Я удлинил провода, подпаял разъем. Теперь с помощью универсальной смазки смажу еще контакты. И можно одевать разъем на этот датчик детонации. Вот разъем на датчике детонации восстановлен. Заведем двигатель и проверим, как он работает. Как видите, при работе двигателя ошибка уже не загорается. Проведем диагностику. Текущих ошибок нет. Стираем ошибки из памяти. И проверяем параметры. Как видите, все работает без проблем. И можно ехать дальше.